Анабаптисты породили огромное движение, которое сейчас очень значимо у нас. Когда их уничтожали и сжигали, пик этого, это был 1935 год, к ним присоединился католический священник Мэна Симмонс. Его брата сожгли тоже, брат был анабаптистом. Он видел веру этих людей, был потрясен этой верой. Он увидел свою жизнь священника, когда он сладко ест и мягко спит, просто кощунством на фоне этих страданий. И он присоединился к ним во время пика их преследований. Он объединил их разрозненные, разбитые силы и вывел их в Нидерланды. Ну, не сразу вывел, какое-то время они блуждающую такую жизнь вели. Он вывел их в Нидерланды. Они стали называться его именем. Мэнна Симмонс, Меннониты. Меннониты. Поэтому самые ближайшие, это не последователи, а они и есть анабаптисты. Это Меннониты. Что такое случилось с ними? Почему три века клеветы и гонений на них? Вы понимаете, что... ну, сейчас я все эти опасные моменты их богословия. Крещение по вере, исследование за Христом, вся жизнь, повела их к убеждению не иметь частной собственности, не жить с инакомыслящими, не участвовать в войне, не участвовать в суде. И они верили в то, что Бог дает внутреннее откровение, идея внутреннего откровения, и против всякого внешнего культа. Вы понимаете, это все моменты, которые требуют уточнения, определения, разъяснения. Ну, например, мы все верим, что есть откровение от Бога. И мы сами все это переживали. Но это надо определить, чтобы это было по Писанию. Оно должно быть поддержано Писанием. Мы должны учиться различать, иметь дар различения. Ну, надо об этом отдельно поговорить. Вот. Потом то, что не имея частной собственности, это увлечет, например, гутеритов. Это будет такая община после них, которая, ну, типа как вот у евреев кибуцы. Вы знаете, да? Вот такого же типа. А? Какое-то совместное ведение. Ведение, да. Это в Моравии. Довольно долго держалось. И все их очень любили, потому что это были прекрасные фермеры с прекрасными продуктами, прекрасные работники, прекрасные врачи. Врачи все свои доходы приносили в этот общий котел, работники, в общем, все в общий котел. Имели жилье, имели питание из общего котла. Но зато там не было нуждающихся, беспомощные старики, например, которые не могли работать на полях, они плели корзины и имели все наравне со всеми. Ну, в общем, вот такие условия. Но, значит, вот так осуществилась идея не иметь имущества. Ну, потом не жить с инакомыслящими. И мы все знаем тяжесть, когда ты должен жить с человеком, который думает совсем по-другому. Это мучительная вещь. Но вот мы живем. И в Писании говорится, если кто имеет там жену неверующую там, или мужа неверующего, то есть не выходить замуж за неверующего, но когда так у тебя получилось, вот ты обратился, а муж нет, значит, нужно как-то вести себя с ним. Здесь не жить с инакомыслящими. И потом отрицание участия в магистрате и участия в делах общества, отделение от общества, оно имеет опасность самого себя загнать в гетто. Понятная мысль? Гетто. Это отведенное пространство, там резервация.
там, как индейцев поселяют, вот там живите. А тут сами себя загоняют в резервации. Да. Вот. А тут сам себя загоняешь в гетто. Значит, уже исторический опыт нас учит, что надо искать какие-то формы общения с государством, с социальными, участвовать в социальных нуждах общества, и мы это делаем. Но мы тоже твердо помним, что участие в жизни общества не должно быть для нас ловушкой, как это получилось у Цвингли. Он настолько близок был к этому городскому совету, а городской совет так хотел его привлечь к решению общественных нужд, что он оказался в ловушке. Теперь послушайте, значит, идея равенства и общности имущества – это та идея, которая поведет в 25-м году к крестьянской войне. Крестьяне требовали, почему он живет богато, а я живу бедно, отнять, сжечь, уничтожить. А идея пророчества, мы сказали, внутреннее откровение, да, привела к трагедии, вот, которая наложила мрачный отпечаток на весь анабаптизм. Эта трагедия называется «Мюнстер», и это 35-й год, идея пророчества. Значит, так получилось, что в Мюнстере в 35-м году сложилась благоприятная обстановка при выборах, что городской совет... В общем, выбрали там анабаптистов, вернее, людей, которые себя называли анабаптистами. Они не были крещены, они не давали обещания перед Богом, но они принадлежали к этим пророкам, вот, в Цвикау, где движение началось. Оттуда же вот Фома Мюнстер, руководитель крестьянской войны, в 25-м году был. А здесь, вот покажу вам сейчас анабаптистского короля. Так называли его. Посмотрите на этого бандита. Кто там? Видите, физиономия. Бандитская морда. И это Йоган Лейденский. Он был булочник, по-моему, пекарь. Он был анабаптистским королем. В то время их все называли анабаптистами. Не вникая. Сейчас я покажу вам таблицу, какие были разные виды и кто есть кто. Потому что было очень много видов, и среди них только одна группа называлась библейские. Вот, по, как этот доктор Эстеп пишет. Но это тот самый Иоганн Лейденский, который завел многоженство, объявил себя царем Давидом, ну, абсолютную власть над всеми, жестокость, войска государственные, этого мюнстерского, мюнстерские войска осадили город. Взяли его и его сподвижника, значит, его казнили и подвесили в клетках на самую высокую башню собора. Эти клетки долгие столетия болтались вот с их костями для назидания. То есть, понимаете ли, и после вот этого Мюнстера, не путать с Мюнцером, Мюнстер – это вождь крестьянской войны, Фома Мюнстера, это Мюнстер, город, где они хотели сделать анабаптистский такой вот рай. И не анабаптистский, а вот рай для этого короля. Я хочу показать вам, что, ну, как англичане говорят, с лошади можно падать влево, а можно падать вправо. Понимаете, что? Заносит. Заносит. Может в одну сторону, и может в другую. Вот такая вот из песни «Слово не выкинешь» был Мюнстер. И вот как раз самые... пик преследований и убийств анабаптистов из-за Мюнстера, где многие вовсе не были анабаптистами. Популярная идея мученичества, внимание общества к ним. То есть получилось, что масса людей совершенно посторонних прибилась к ним под эти знамена. И вот именно в это время Мэнно Симмонс присоединился к ним, крестился, стал тоже анабаптистом и вывел их в безопасное место. Вот здесь это меннонитские уже картиночки, это их деревни, это их братская любовь, когда тонущего, видишь, спасает с риском для своей жизни. Это тонкий лед там, видимо,
книжка «Жена барабанщика», там есть этот рассказ. Да? Mm-hmm. Ну вот. А на лодках, это они проводили собрания на лодках, потому что, ну, безопасно. Там иллюстрации есть. Иллюстрации, да, и рассказы. Да. Но дело в том, что когда Мэна Симмонс их выводил, то их тоже как преследовали, как собак бешеных. Они должны были прятаться, затыкать окна подушками, чтобы темно было, чтобы никто не догадался, что там собрание. Mm-hmm. Поэтому собрание они проводили вот на лодках. Но теперь опять есть и оборотная сторона, и у меннонитов. Они настолько были строги, Мэна Симмонс, значит, о нем было сказано: возложивши руку на плуг, он назад никогда больше не оборачивался. Это хорошо, да? И с таковыми дела не имело. Поняли, да? То есть Мэна Симмонс не имел дела с людьми, которые то ли идет, то ли не идет, то ли друг, то ли не друг, то ли свой, то ли не свой. Понятно, да? Строй. А? И с таковыми дела не имел. Это очень звучит хорошо. Но это не годится для пастора. И беда меннонитов была, знаете, какая? Вот этот образ лодки, это не только образ собрания здесь, но еще образ того, что из этой лодки время от времени кого-то выкидывали. Ну, не в смысле топили, а из собрания отлучали. С таковыми дела не имел. Ведь пастор должен еще и воспитывать. И там больную овцу должен там помазать, чтобы она не шелудивая была. Ну, вы знаете, вот надо какое-то... Время такое было, что... Надо в духе того времени просто, потому что... Ну, да, время, да, да. Время жестокое, конечно, было. Но вот эта вот нетерпимость и стремление как-то разделаться и избавиться, то Мэна Симмонс, он там чуть не в одиночестве кончил жизнь свою. Вот. Он своей смертью умер с пером в руке, писал очередное произведение, у него богатое наследие. Ну вот, и меннониты остались после него. Меннониты, которые твердо усвоили не участвовать в магистрате, не участвовать в войнах, они это держат, чего бы это им ни стоило. И сопротивление у них только пассивное. Я рассказывала, по-моему, как они садятся перед парламентом, когда какой-нибудь там протестует против чего-то. Они демонстрации не делают, они просто садятся. И кто хочет проехать, должен их взять на руки, перетащить в сторону, проехать, и они потом обратно садятся. Ну, такое пассивное сопротивление. У меннонитов все устройство, у них не участие там, не участие здесь, зато большие семьи, много детей и все силы на образование этих детей. Церковь растет естественным приростом. Дети. Дети. Я хочу спросить, что у нас на Украине их много. Так вот, Андрей, я хочу сказать, что их было очень много у нас. И они очень сильно, конечно, украшали нашу страну. Но когда возникла возможность вернуться на родину, они это сделали, потому что преследовали их нещадно здесь. Есть книги, просто мы много даже не знаем, их преследовали хуже, чем наших вот в концлагерях, потому что наши-то хоть были русские, а те были еще и немцы. Верующие-то еще и немцы. Вот. Издевательство, уничтожение, в общем, вот, немецких баптистов и немецких вот меннонитов, их очень преследовали. И они, кто могли, они уехали за границу. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.